Те планы, которые нам рассказали, они достаточно оптимистичны. До конца месяца, может быть, до 10 августа. Планы такие, что убрать у нас. Возникает вопрос у нас у всех, почему это не было дело раньше, но это вопрос к другим людям, по другому поводу. Нас интересует два момента. Мы хотели посмотреть, насколько это серьезно. Сами убедиться, мы убедились. А второй момент нас беспокоит, и особое внимание мы уделили сегодня волнорезу, который разрушен полностью. Это гидротехническое сооружение, которое по затратам восстановлению, я думаю, что будет не дешевле, чем поднять затонувшее судно. Мы готовим полностью все видео, специалисты обследуют. И будем предъявлять соответствующие иски за нанесение ущерба.